Волшебник страны Оз. Не сказка, а реальность. В этом смогли убедиться посетители кинотеатра «Гигант», пришедшие на премьеру одноименного фильма. Кудесник из изумрудного города десантировался в развлекательное заведение. Удалось ли ему заколдовать зрителей, узнаете из нашего сюжета. Не похоже это на мой родной Канзас. Великий и ужасный поменял свой нрав и стал немного неуклюжим и приятным. На премьеру нового блокбастера герой прибыл на воздушном шаре, после чего желающие смогли сфотографироваться в летательном аппарате. Классно. Куда мы сейчас летим? На этом сюрпризы не закончились. Великий и ужасный затейник наделил детей способностью видеть в темноте, после чего наделил их призами. Оз развлекал народ в течение 40 минут. Вышло сказочно. Главное, как признался волшебник, быть незаурядным и уметь удерживать внимание публики. И тогда дело в шляпе. Главное забыл! Поддержать кудесника прибыли коллеги по цеху, участники светового шоу и мастер контактного жонглирования. Искусство последнего действительно напоминает волшебство. В конце выступления в специальном интервью Оз открыл завесу тайны. В каждом из нас сидит волшебник. Главное поверить в это. Вообще-то я не совсем волшебник. Да, но им это неизвестно. Идея в том, чтобы все поверили в мою магию. Только никому не говорите, что я просто цирковой актер. Мы обещаем хранить секрет. Остальные тайны Оз откроет посетителям киноцентра «Гигант», но уже с экрана. Зрители смогут сфотографироваться в воздушном шаре. Он никуда не улетит до конца показа картины. Евгения Новикова, Павел Игошин, Илья Цапов для программы «Новости».